Но можно выбить, можно выбить. 23 в 3, вполне себе тащибельная. Натан Шмидт оформляет 3 килла в этом раунде. НБК повыбивает сейчас на больших песках в 2017-м. Браво, просто браво. Фриз, правда, бомбу берет, но голодные до убийств Бадди и Шокс выходят за ним и начинают свою охоту. У Фриз тяжелое время сейчас будет. У него нет никакой информации ни про Бадди, ни про Шокса. Он даже не подозревает, где находится оппонент. И, скорее всего, убьют спину, если не повезет. Если повезет, он хотя бы встретит одного. Но, скорее всего, парни сыграют в размен. Хотя, кстати, сплитится сейчас Шокс вместе с Бадди. И вот он видел, шанс. Видел. Да, видели, есть инфа. Но Фриз успеет поставить бомбу. Из-под этой бомбы он, теоретически говоря, сможет при помощи Молотова, например, зонировать хелпу, таким образом заставив оппонента идти с одной стороны, либо, соответственно, ждать и гадать, что же дальше делать. Но диффуз-киты есть у Шокса, это очень хороший момент, поэтому Фрису будет очень сложно, но он просто уходит в очень негибкую позицию, то есть он понимал то, что никуда ему не дадут уйти, на банан не дадут уйти, черчи не имеет смысла, это единственное место, где имеет... О, они не знают, они не читают, он выходит, он делает фраг по базе, неужели он убивает Шокса, боже мой, Фриз, да я тебя расцелую, это невероятно, G2 сейчас были побеждены 2 в 1 у себя дома. Пересолено, что-то борщ не залетает. Залтит теннис, понимает одного. Минус один, может быть. Головешка. Может быть, еще кого-нибудь. Давай. Прям туда, вот в дырку. Там, вот, да. Всех, короче говоря, убил. И остается только Моди и Вальдемар. 2 хп у одного, 55 хп у другого. И на самом деле, это вообще достаточно большие проблемы для команды Heroic. Моди. Рядом. 55 хп, у него нет армора, напоминаю, Деннис просто носит ему голову, это квадрокилл от Денниса, дайте ему эйс, пожалуйста, дайте ему эйс. Нет, не дали. Mousesports играет на удержание на Б-планте, при этом перетаскивают еще игрока со спины, кстати, зажимал Деннис, но его ждал, там Моди. Это паблик гейминг, на самом-то деле, слишком уж рано пошел туда на поджим, игрок защиты Крис Джей, сносит одного, сносит второго, в конце концов его тоже убьют, Валди, отличное открытие, Оскар. Сам второй дроп пробы. Один Оскар снимает в итоге Вальдемара и против Моди и Ника подгорает, но бежит вперед. Оскар, еще и Николай Кристенсен снимает. Моди! Вот это окончание карты. Фирменное от Оскара. Трипл килл окончание. И это 16-10. Мусист с флешкой, с молотовым. Начинается выход от Нави на точку Б. Ловел делает один минус, и Нави падают. Дальше продолжают падать. Два минуса уже от Ловела. Три минуса от Ловела. Как же так? Слишком легко здесь действует испанец. Симпл отвечает. Ну и такой, честно говоря, беззубый выход от Нави. Он 2 в 1. Если 5-10 будет счет в первой половине, возьмут пистолетку, то, может быть, еще как-то поборются. Это такой рецепт камбэка. Ну, Бору подкидывает смог. Морозится на пленте, увидел одного и нашивает Дэдфокса. Естественно, понимает, где Зера. Есть информация по Зере. Как же грамотно обыгрывает Бор своего оппонента. Просто без шансов. 1 в 2 Бору. 18 фрагов. И клатч 2 в 1. Просто изи. Абсолютно подходы под точку, где поставлена бомба, перекрыты, но Хунден все-таки где-то находит этот минус по Ангелу, тут же Сику отвечает, и ситуация 3 в 3, но она тут же переселится для Трики, это уже минус от Борупа, но Бондик его останавливает наконец-то, Айселин фолловый с Дефузом попытается все-таки взять этот раунд, уезжает минус по Бондику, Сико последний здесь попытается действовать через смог волну, а там Смок и Дефуз. Куда ты идешь, братан? Смок и Дефуз. А Смок не туда полетел, лол, бомба-то на сэндвиче! Стик уберет этот пистолетный раунд. Лол, прикинь, бомба летит на дефолт, а бомба на сэндвиче. Неплохо, кстати, Heroic раскомбинили, но тем не менее уже все равно два игрока сохраняются на точке Б. Шунгарес, какая стрельба от него, отличный юспик. Сик тут же подключается, забирает еще и Вальды. Ника предварительно сделал два минуса и теперь клатч для Нику. Бомба устанавливается, судя по всему, и Мисфит сделает ретейк. Так, Сик идет первый. Нет, не только. Сейчас вот нужно выходить на этот размен Деведувеку. И Нику все-таки забирает это 14 хп на борту. И он делает минус 4 для своей команды. Тащит этот пистолетный раунд и... Он все-таки залетает в пользу команды Героик. Отменится Вальдемар в спину. Все-таки забирает там Аманека, который заходил и имел позицию. Сик, неплохо. Есть два минуса уже по Нику и Вальдемару. Дальше оказывается всем на руках. Снапи ошибается. Снапи должен выпал свой дел. Сик, это минус по сопернику. Один на один ситуация против Юги. Это минус 3 от одного, второго бойца. И будет квадрокилл. Рано или поздно Юги работает через смог. И Сик будет выходить с АВП на соперника. Тот не дефузит пока что бомбу, пытается прострелить. Еще и молотом летит под ноги. Юги не раздефузит эту бомбу. Скорее всего, Юги горит. И у него не получится. Нет, это браун для Сика. Минус 4. Как же круто отыграл этот парень через джангл. На канале.
коннекторе. И минус последний с Молотова. Юги здесь отыграл не очень уверенно. О май гад, Токсик подобрал чужой Молотов, ты понял? Да. Панек врывается с ТЗшкой. Ну, мало времени. Есть, кстати, граната и есть Молотов. Молотов можно прямо сейчас кидать в яму. Почему он этого делает? Забыл о гранатах, на самом деле. Здесь Молотов летит как раз-таки под ноги. О! Есть прострел, Манек, минус снапи, неплохо. Там один на один против Юги, который тоже с АВП, но бомба-то тикает. А вот теперь Молотов в яму залетает. Ой-ой-ой, не очень Молотов на самом деле. И Юги выпад, тихо! Минус. Успевает, нет. Выживают Мисфитс! Каким чудом? Как это произошло? Японский бог просто. Снапи погибает. А зачем играли агрессивно? У вас есть, в принципе, кроссфайр. Противник даже не дефузнул бомбу, ребят. Пойму еще. Нельзя ни в коем случае действовать. Демодвайк есть. Минус по Юге. Сану моде только двоих забирает. Хотя, опять же таки, это неплохая работа. Вальдемар. Наша Зами действует, но Сик тут же на размене. И только один Нико остается в ситуации 1-2 против красного Манека. Он его ликвидирует против Сика. 69 хп у того, 19 у Нико. Минус по Сику. Все-таки смог раунд потащить для своей команды. Это было очень жестко. Я был даже вот как-то обескуражен этим быстрым выходом. На самом деле, дальше работа от него. Нет, ну слишком агрессивно сыграл против Вальдемара и Снапи. Тут Шазам промахивается по сопернику. 99 хп остается, но его будут просто пушить вместе. И как из защиты Шазам отводит и второго! Это ГГ! Это ГГ! Команда Мисфит! Сенсационно, как по мне. Выигрывает, обыгрывает команду Хероик. Взрывать будет Шакса. У него очень сложная позиция. Через нее он действует. Забирает только сейчас XMS. И пока что нет размена. А где смог на рез? О, Шокс! Какие минусы? Еще и третий. Нет, все-таки красным оставляет скрима. 8 хп, 15 у Сиксера. Почти фулловый сейчас хэппи. Проиграет раунд, отвечаю. Кенни срывается. Отвечаю! 2 минуса. Скрим, хэппи, Сиксер погибает. И догорает Кенниас. Но вообще это не важно. Как так, Энвест? Боже, ну это, конечно, вообще. Шазам просто в этих моментах божит уже два раунда кряду. Шазам на ранних таймингах как раз таки. Тайминги! Опять тайминги от Шазама! Ну что ж, такое-то прям совсем не клеится, и при этом клеится у Шазама. Здесь клей моментом, судя по всему. Остается Flamey Simple, Эдвард и Сист. В итоге вчетвером против пятерых живых всех от команды Misfits. Нави надо брать этот раунд, но будет невероятно тяжело. Да, на самом деле, пару-тройку ошибок могут сами Мисфитсы допустить, и Нави просто на них могут выехать. Но нет, Шазам убивает еще одного. Это даблкил в начале раунда от снайпера команды Мисфитс. Американцы чувствуют игру. Шазам просто, ну, скупит Симпла, ну, или фаскопит. И с Флейми остался один, и ему просто залетает. В принципе, не особо большая проблема. Она заходит со спины Симпла. Симпл чекает ли? Нет, тайминг подвел. Он смотрел сначала в одну сторону, потом в другую. В конце концов, не угадал. Гарден тем временем взрывается с Ангареса в его перетяжке через ЗЗ. И ставится бомба. И у Мисфитс реально очень мало шансов, они очень красные. И бомба будет поставлена, Шазам остается один на один против Гардиана. Ковач, тут ЛВП, Шазамчик! Божечки мои, этот парень рвет и мечет. И это трипл-килл, очередные шедевральные действия Шазама. Он по факту в соляную вытаскивает где-то 3-4 раунда, которые Нави уже имели в своей копилке. G2 начинают очень-очень уверенно. Этот оверпас за атаку. Они пока, ну вот, не чувствуют своих оппонентов. Вот в тех ключевых раундах, которые нужно брать, они выигрывают полностью вот старт игры. И Маузам нужно включаться, и нужно уже, наверное, что-то обсуждать. Посмотрим, что придумает в итоге команда Mousesports. Ловел, возможно, сохранит, конечно, свой девайс, если его не убьет Кенниас. Кенниас его не убивает. Ловел принимает в итоге Кенниаса. И, может быть, но очень опасная ситуация. Да, расконтроль. Ух ты, троих забирает неплохо. Остается один лишь один NBK в итоге против Лоуэлла. Лоуэлл, правда, все равно не успеет раздефьюзить бомбу, конечно. Но, может быть, даже убьет и NBK. Хотя шансов у него, конечно, немного. Неужели это может быть эйс? Да ладно! Да ладно! Эйс! Серьезно, что ли? Серьезно, что ли, эйс на так называемых экзит-фрагах? Ну, бывает. Это команда G2. Ну, попытается все-таки убить Девудвека. Он очень красный, и там теряется поддержка Сика. Ну, будет сложно, но идет все-таки Шон, идет Девудвек по минусу. Остается Бондик вместе с Ангелом. Шазам не читается, сейчас он выходит с андерпасса. Он обходил все это время с Б-плантана, а Бондик остается один. Ему нужно делать 2 килла. Он убивает Шатгарса. Нужно Шазаму справляться прямо сейчас. Бондик, боже мой, для него это невероятный солнце момент. Он убивает Шазама. Это раунд для HellRaisers. Очень и очень важный. Это квадрокилл от Владислава. Как же жестко сейчас он стрелял по головам. Дед Фокс забирает Аманека на хедшоте, но опять же таки там двух могут не читать. На пленте ребят из команды HellRaisers
Так, Шон, выпад, также через сети действует еще один игрок защиты. Флешка полетела, Шазам забирает одного, Зерот уже размен. Ну и Шазам еще одного бондика, работа через девятку, Дэвид Вэк. Не забирает соперника, остается очень красный, 2 хп. Но и Стик вместе с Дэд Фоксом тоже 32-12, соответственно, 20 секунд. Потеряна бомба, Стика придется сюда открываться против Джангараса. По информации, Джангарас вырубает Стика. И Дэд Фокс остается один, мертвая лисица против Дэвид Вэка. Есть время, Дэд Фокс должен все-таки тащить этот раунд за свою команду. Или все-таки Дэвид Вэк будет героем. Он ел минус в этом раунде, но нужно пушить, нужно пушить. Но он, опять же, пока что не может прыгать. Опять же, вот в закрытой позиции пытается найти свой хедшот. Дэд Фокс просто будет здесь сидеть на дефолте и ждать выпада от соперника. Или все же сам первый выйдет на этот хедшот. Да, у него это получается. Мертвый лис Венгер. Бенс Борош тащит этот раунд. И, соответственно, выход команды HellRaisers на счет 2-0. Да, красный Шазам, да, красная Манека. Однако Шангарас фуловый. Чувствует себя замечательно. Бомба поставлена, и HellRaisers будут играть против времени. При этом всем позиционка имеется на хайвее плюс... Шазам. Да, это бессмысленно. Это просто бессмысленно. Шазам делает трипл килл здесь, да? Возможно, третий прилетит. Нет, не делает. В конце концов, Зер его снимает с Фамоса и выходит на мейн. Нужно идти дальше. Там Молотов неплохо откинул Аманек, но свою позицию проявил. Тут Зер его забирает. И тут же выход против последнего соперника. Под смог неплохо. Можно раздефузить эту бомбу. И попытка будет. Шон пытается найти соперника. Тут нож! Нож! Не может! Еще Зер его после этого забирает. Это очень интересный момент. 11-6. Зер в ситуации 1-2. Вот он ангел. Да. Вот он бади, который делает минус. Бондик приходит на хелпу, забирает NBK. А? Ну и что дальше? У HellRaisers проблемы, но Бондик исправляет ситуацию. 3 в 3. Там еще есть один красный. Бомба на руках. Отлетает еще и Кенни. Бондик. Как же круто он работает на дефолте. И только Апекс вместе с Шаксом остаются. Ну и здесь должна быть работа. Бондик минус 4. Минус должен это есть. Нет, не доходит до этого. Это Шокс, который смог среагировать. Да не сгоришь немного ты. Подгорает Зерот. 52 хп. И Шокс решает все-таки отойти. То, у него АВП на руках. Да, можно на ноге просто очень быстро выйти на точку Б. Смотри, корявый заход от G2. Ты видишь, как они заходят? Они, ну нет, дайте им пространство. Пускай сами занимают позиции. Фокусьте просто платформу на Б и изи катка. Ну, по крайней мере, пока это выглядит именно ой, так. Классный прыжок от Шакса. Дэд Фокс думает, что это вверх-вниз. А выход-то будет через плато. Это АВП от Ришара. И, возможно, Дэд Фокс сейчас будет ошибаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Да! Этот прыжок, ребята, ну просто мастер-майнд от игрока команды G2. 1 на 1. 52 против 34 хп. АВП против К-47, если не ошибаюсь, там на руках у Зера есть дефузы. Ну, он пошел за щипчиками. Нет, все-таки М-ка на руках. Ну, вот теперь появляется возможность для Зера, потому что Шок с Савиком сыграл крайне агрессивно. Но, тем не менее, Шок берет этот раунд 1 в 2. Но здесь, ты понимаешь, с одной стороны, как бы Шок с красавчик топнул, но Дэд Фокс как-то так, ну, очень, ну, открыто просто сидел за камнем. Поджимает мидл. Ой-ой-ой-ой. Там бомба! Здравствуйте! И это Зера, который уже выходит на точку А. Вместе с своими тиммейтами Кенни на перетяжке работает. Через девятку есть уже минус. От него АВП сработала. Ангел потерян. Но какая, опять же таки, широкая атака от команды HellRaisers в этом раунде. Стик уже времени нет бомбу поставить. Может быть, не успеет. Нет, Бондик должен успеть. Последняя секунда. Ни в коем случае нельзя погибать. Да, на последней секунде. Шок забирает Дэд Фокса. Тут же размен от Стико. И только один Шок в ситуации 1-2 против Бондика Стико. И здесь можно выбрать хорошую позицию. Ну, нет, не получается у Стико. Ситуация 1-1 против Бондика. И это выпад дальше. Ришар или все-таки Владислав? Кто же сильнее? Кто же круче здесь в этой перестрелке? Шокс оказывается круче. Какая жесть вообще. Какой динамичный раунд. Как все происходило. И как же расконтролили своих оппонентов HellRaisers. Тут HellRaisers изображают фейк, судя по всему. Выходят они на точку Б, потому что бомба идет на точку А. Кенни забирает ангела. Это как раз таки было где-то в мидле. Кенни на перетяжке замечает голову соперника. Простил на 10 хп. Ну, ничего. Можно просто пожить, можно просто играть вместе со своим тиммейтом. Стико! Но там Стико, два минуса. На Б! Боди, весь Шаксом ошибается. Неужели это раунд для команды HellRaisers? Кенни работает с АВП. Все-таки бомба выбивается. Кенни дальше живет. Так каким образом у него это получается? Бондик тоже умирает. Ой, только Стико остается на Б, который делал два минуса. А почему не было перетяжки? Потому что бомба была потеряна. И это, наверное, победа команды G2. Ну, у Стику здесь практически нет шансов, ребят. 1-3, да, очень тяжело. Кеннис задетектил своего оппонента, крутит ногу. И Кеннис, конечно... Кеннис тут отыгрывает вообще весь финал. Да. Просто шикарно. Наверное, это MVP чемпионата. Я думаю, что да. Похоже на то. Ну, да. Нету игрока в составе G2, который отыграл бы лучше. Ну, весь турнир. Да.
Я с тобой согласен, но только Шокс может там. И Бадди. Бадди был очень хорош, но Стик старается, посмотрите, выпад. Минус Кенни. Ууу, там еще можно прострелить противника. Это NBK, который тоже ошибается. Один в один! Неужели это эйс? От 20 Стико? Секунд! Ну, 20 секунд! Мало времени, нужно просто бежать. Нужно пушить! Да, просто да. Забирать бомбу и убегать на быстро! И понимаешь, что теперь чел остается только в рукаве. Да. Стико, это же очевидно для тебя, человек, Стико, братан. Стико, Стико, один на один. Ситуация. Нет, и Апекс все-таки забирает последнего. Да. Победа команды G2 на домашнем чемпионате DreamHack Open Tour. И вот он, Шокс. И компания, те ребята, которые все-таки смогли, хотя получали уйму критики во время этого турнира. Заслуженно. Да. От меня. Я могу еще их покритиковать. И есть за что покритиковать. Даже в рамках этого матча, да. Несмотря на то, что он победный, для них команда G2 выигрывает DreamHack в туре, домашний турнир. Это главная для них победа, наверное, на данный момент, потому что команда G2 ничего пока не выиграла. И... в общем-то, находится, скажем так, в пути. Mm-hmm. Ну, HellRaisers молодцы. То есть они на этом турнире тоже выступили неплохо. То есть показали то, что вот есть стабильность. Вот был вопрос, после Остина особенно, смогут ли ребята выйти в плей-офф, там, показать себя. И они дошли до гранд-финала. То есть это тоже событие, но и, конечно же... Давай вспомним команду Dignitas, которая потом стала командой Norse. Да. Тоже вот так вот все начиналось. Вот такие вот потихоньку вылазки в топ-8, выходы из группы. Где-то там прибили кого-то. А потом уже раз и топ-4 мира. Ну, да. Конечно, для этого нужно выигрывать турниры. Но тем не менее, друзья, ну, как вы знаете, Москва не сразу строилась. И, в общем-то, нужно работать и продолжать. И поздравляем команду G2, они молодцы, заслужили победу на этом турнире.